Никита, здравствуйте. Я извиняюсь, я не могу говорить, я попозже перезвоню. Да, до свидания. Вообще-то мы уже начали снимать. Вик, поздоровайся. О, всем привет. Вы смотрите первый выпуск нового проекта «Кати Вика Джигурда». Да, знаю, вы удивлены названием, но я думаю, что вы его поддерживаете. Так, все, Вик, хватит вступления, иначе мы не успеем рассказать. А нам есть о чем рассказать. И, кстати, очень много. Кстати, а вы видели наш новый постер? Ну так вот, в нашем потрясающем университете появилось целых 3 новых специальности. Да-да, вы не ослышались, целых 3. Вик, расскажи-ка поподробнее. Я думаю, лучше показать. Ты знаешь, я еле-еле заставила Фёклу Визанову уделить мне немного времени. Все время что-то шьет и вяжет. Здравствуйте, рядом со мной Фёкла Визанова, студентка 4 курса. Фёкла, отвлекитесь, пожалуйста, посмотрите в камеру. Куда? В камеру. Привет, камера. А вы кто? А я ведущая нового проекта «Универ ТВ» Катя Вика Жигурда. И у меня вопрос. Как вы считаете, нужна ли такая специальность, как швея в нефтегазовой промышленности? Конечно, нужна. Девушка, вы что считаете, что все ваши геологи, разведчики... Разработчики. Должны голыми ходить? Ну, да. Ну, поэтому мы шьем им одежду для их специальностей. И вам нравится у нас учиться? Конечно, тут столько разных мероприятий проводится. А еще тут такие мальчики ходят. Ух! А нам-то приходится с них размеры снимать. Это вы что имеете в виду? Рост, ширина плеч? Ну, конечно, девушка, а вы о чем подумали? Ну да. А сейчас вы над чем работаете? Сейчас я шью костюм для летней практики для молодого человека с 3 курса с разработки. Вот такого вот. У них практика в городе. Еще вопросы? А, вы знаете, нет. Андрей, пойдем отсюда. У меня до сих пор нет слов от происходящего. Мы прибыли в кафе «Академическое», где студент нашего вуза проходит практику. Сейчас мы с вами попробуем пробраться на кухню. Вы, наверное, удивлены и думаете, зачем мне нужна кухня? И сейчас вы сами все увидите. Здравствуйте, мы с Губкинского телевидения, и нам нужна ваша кухня. Проходите. Марина, за 5-й столик, пожалуйста. Подождите, пожалуйста, я не Марина, я Катя с университетского телевидения, и я пришла взять у вас интервью. Здравствуйте еще раз, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я Ашот Шашлыкян, студент 3-го курса. Ашот, а скажите, пожалуйста, почему вы выбрали в наш вузе именно эту специальность? Она, кажется, называется... Повар на месторождении? Да, именно так, потому что я всегда любил плотно поесть. А готовить я люблю еще больше. А готовить людей, которые работают в нефтегазовом деле, это намного приятнее. Вы только подумайте, как им нужно плотно поесть во время рабочего дня вообще. Поэтому? Ашота, скажите, пожалуйста, а коронное блюдо у вас есть? Конечно! Оно называется... Шоколадная скважина. Если честно, не описаться вам. Это только пальчики оближешь. Пань, мама, я вам соль забыл. Соль, обязательно. Соль, возьмите соль, пожалуйста, соль. Чуть-чуть, ха. Маска-то. А напиток коронный есть? Напиток. Нефть на пляже. Звучит заманчиво. Очень заманчиво, правда? Хотите... Вы сейчас отдадите микрофон этому молодому человеку с камерой. А я вас запишу. Пока! Я еле-еле его поймала. Здравствуйте. Подождите, пожалуйста. Да, хорошо. Бумажка есть? Нет. Да что у тебя вообще есть? Микрофон. Да, я записываю адрес. Да. Да, Анжела. В 4 я у тебя. Жди. Итак, что вы хотели? Я с Губкинского телевидения. Пару вопросов хочу задать. С Губкинского телевидения? Да. Быстрее, у меня времени мало. Хорошо. Как вы считаете, зачем нужна такая специальность, как спонсоры в нефтегазовой промышленности? Чтобы спонсировать такие конкурсы, как Мисс Университет или, предположим, поездку в Газпром. Да и вообще, я украшение этого вуза.
Да, не спорю. А какие предметы вы проходите? Бухучет, финансирование. А сейчас, кстати, у меня лекция по предмету «Кто хочет стать миллионером». И я на нее очень опаздываю, девушка. Да-да-да, последний вопрос. А у вас была уже практика? Практика была только у самых лучших, то есть у меня. Я в том году, мне довелось спонсировать конкурс «Мисс Университет». Так что у меня была практика. Хорошо, спасибо вам большое, что вы... 10:24. Вы что, шутите? Я же опаздываю. Чао. На сегодня все? Как это все? Ты забыла? А, точно. Смотрите.